С 31 июля по 2 августа пройдет главный старт этого лета – чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Давайте посмотрим, как спортсмены готовятся к соревнованию. На домашнем чемпионате легкоатлеты проверят свои силы и подготовку к новому сезону. Цель – повторить медальные результаты Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На своих трибунах это просто шикарно выступать. Я это в прошлом году испытала дважды на Европейских играх и на матче Европы-США. Это была просто сумасшедшая поддержка. А с другой стороны, классно выступать именно за границей, тем, что там приезжают все сильнейшие копьеметательницы мира, и с ними соревноваться – это просто одно удовольствие. Серьезными конкурентами придется побороться чемпионке вторых Европейских игр Татьяне Холодович и на родном стадионе. Ведь пополнить свою медальную копилку стремятся и именитые спортсмены, и начинающие. Потому тренировочных простоев атлеты не допускали. Продолжали всю подготовку в штатном режиме, так как все равно знали, что чемпионат, например, будет кубок проходить. Поэтому расслабляться было некогда и работали. Потому что с планом на следующий год. Но Олимпиаду-то не отменили, а перенесли. Продолжали, благо у нас не было, так сказать, сильных карантинных мер, базы были не закрыты. Просто возможности на сборы не было съездить. Базой для спортсменов стал Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки». Стадионы не пустуют. Выходной спортсменов только в воскресенье, а в остальные дни все расписано буквально по минутам. Все по режиму, по графику. Завтрак, обед, ужин, естественно, две тренировки утром и вечером. И какая-то силовая подготовка еще дополнительно. Вся подготовка направлена, наверное, на достижение каких-то лучших результатов, поставленных целей. Я стараюсь показать для себя лучший результат и показать достойные метры. Поболеть за спортсменов можно уже сегодня. На площадке у Дворца спорта бороться за золото будут толкатели ядра. А 30 июля в четверг стартует беговая программа. Разыграют медали на дистанции 10 километров. В обязательную программу Олимпийских игр входит и спортивная ходьба. Атлеты-скороходы преодолевают дистанцию в 50 километров, а на домашнем чемпионате им надо будет пройти 10 километров. Казалось бы, задача упростилась, но... Мне наоборот тяжелее, так как я готовлюсь все время к 50 сейчас километров, у меня пульсовые зоны уже тоже определенные выработались, а 10 надо идти темп быстрее и короче, и получается у меня чуть-чуть непривычно, но буду стараться, чтобы все хорошо получилось. Церемония открытия чемпионата Беларуси по легкой атлетике состоится в эту пятницу на столичном стадионе «Динамо». Зрителей ждет не только интригующая борьба за медали, но и концертная программа. Хедлайнер мероприятия – популярный певец Тима Белорусских. Хотел бы еще пригласить всех любителей легкой атлетики и тот, кто не знаком с этим видом спорта, прийти на стадион «Динамо» и поддержать спортсменов. Билеты еще есть в продаже. 2 белорусских рубля для взрослых и 1 рубль для детей до 12 лет. Поддержим наших спортсменов и пусть победит сильнейший.